Эй, тебя бесит, что в школе шараги к девочкам относятся лучше? Может, ты хочешь сказать, что твоему младшему брату попадает больше, чем тебе? Да ладно, брось. Двойные стандарты повсюду. Коммунизм, феминизм, демократия. Это то, что объединяет эти понятия. Давай проведем краткий экскурс по этому мему. Это персонажи из игры в стиле Run and Gun Cuphead. Кстати, если не играл, то она вполне себе достойная, к тому же у нее невысокие системные требования. Персонаж Cuphead — небольшая антропоморфная чашка с маленькими красными шортами, изогнутой трубочкой с красно-белой полоской, большими глазами, формой полумесяца и небольшим красным носиком. Она нарисована в общем в стиле 30-х годов прошлого века. Так вот, основу противников Cuphead'а составляют боссы, остальные соперники кажутся уж слишком статистами. Но именно это и делает игру такой особенной. Так вот, один из самых трудных боссов этой игры — это Кэгни Гвоздика, который сначала имитирует милое поведение, но после этого начинается жесточайший махать. Вот оттуда и мем. Будь в курсе мемных новостей, подписывайся на канал, чао!